Фолунгун является высшим гунфа, основанным учителем Ли Хунжи. Он берет свое начало в великом законе Фалун системы Будды. Практика по наивысшему свойству Вселенной Джэньшэньжэнь, истина, доброта, терпение. Самосовершенствование по Фолунгун принципиально отличается от всех традиционных методов цигун, отличается от всех цигунских теорий, где циркуляция идет по каналу приготовления пилюли бессмертия. Фалун сформирован законом развития Вселенной. Движение Фалун находится в полной гармонии с движением Вселенной. Он обладает теми же свойствами, что и Вселенная, и является ее воплощением, в котором проявляется Фалун системы Будды, Инь-Ян системы Дао и все, что находится в десятистороннем мире, чем принципиально отличается от других гунфа. Вращается Вселенная, вращаются галактики, вращаются 9 планет. Фалун тоже вращается. Когда заложенный учителем Ли в нижней части живота Фалун вращается по часовой стрелке, он автоматически поглощает космическую энергию, преобразует ее, помогает самосовершенствующемуся практиковаться. Когда вращение идет против часовой стрелки, он излучает энергию, исправляет все неправильные состояния, показывает путь к спасению всем живым существам. Он спасает практикующего и всех остальных. Фалун вращается непрестанно по своей закономерности вне зависимости от состояния практикующего, отчего практикующий круглосуточно находится в состоянии закаливания. Фалун постоянно закаляет человека, хотя человек не всегда выполняет упражнения. Это называется «закон постоянно закаляет человека», хотя человек не всегда занимается закаливанием, что является исключительной особенностью Фалунгун. В наше время Фалунгун является единственным из передаваемых гунфа, который разрешил противоречие между закаливанием и ежедневной работой. Практика Фолунгун путем соединения практикующего и Вселенной приведет самосовершенствующегося к самым высоким вершинам. Метод Будды растягивает тысячи рук. Будда растягивает тысячи рук является первым комплексом гунфа из Фолунгун. Основой первого комплекса гунфа является растягивание с целью прочищения каналов. Начинающие во время занятий могут быстро приобрести энергию, а продолжающие обучение могут быстро повысить свой уровень. Данный комплекс берет начало на очень высоком уровне и приведет к быстрому прочищению всех каналов. Телодвижения данного комплекса сравнительно просты, поскольку истина всегда проста. Хотя телодвижения просты, они в целом обусловливают требования гунфа. Вследствие прочищения всех энергетических каналов во время выполнения фоджан цяньшоуфа в теле чувствуется тепло и сильное поле энергии. Цель данного комплекса гунфа состоит в том, чтобы пробить заторы энергии и обеспечить безотказную ее циркуляцию, мобилизовать энергию под кожей в мощное движение по телу,
в то же время, чтобы практикующий быстро вступил в состояние полиэнергии. Данный комплекс Гунфа является основой Фулунгун, и обычно с данного комплекса начинаются занятия. Он является усиленным методом самосовершенствования. Во время занятия его обычно выполняют трижды. Тело и душа воедино сливаются, движение и статичность ведутся по механизму, великаном небо упирается, тысячеруки Будда возвышается. Сейчас учитель Ли учит нас методу Будда растягивать тысячи рук. Подготовительная поза, ноги на ширине плеч, стоять естественно, руки опущены, тело расслаблено, но не вялое. Слегка согнуть ноги в коленях. Немного втянуть нижнюю челюсть. Прижать кончик языка к верхнему небу, оставив между зубами небольшую щель. Слегка сомкнуть губы и веки, на лице умиротворение. Руки движутся по заложенному учителем Ли механизму, без вмешательства мышления. При телодвижениях кисти рук всегда выполняет форму лотоса. Повернуть руки ладонями вверх, большие пальцы слегка соприкасаются друг с другом, свести остальные пальцы вместе таким образом, чтобы пальцы одной руки находились между пальцами другой. У мужчин левая рука сверху, у женщин наоборот. Руки в форме эллипса, перед животом. Локти подать чуть вперед, чтобы подмышки освободились. При телодвижениях держать руки на расстоянии не больше 10 сантиметров от тела, аналогично дальнейшему. Руки в дзинь постепенно поднимаются, одновременно выпрямляются ноги. Разомкнуть дзинь, когда руки поднимутся до уровня головы, плавно поворачивать ладони. Когда руки поднялись над головой, ладони направить вверх, пальцы обратить друг на друга. При этом голову толкать вверх, ногами давить вниз. Выпрямить тело и толкать запястье с силой вверх. Выпрямиться, напрягая корпус 2-3 секунды. Расслабить тело в обтекающей форме. Жулай окропляет макушку, повернуть ладони друг к другу, образовав воронку с углом 120 градусов. Когда руки движутся вниз над головой, выпрямить запястье. Когда руки опустились до груди, обратить ладони к груди. Расстояние между ладонями и грудью примерно 10 сантиметров. Когда руки опускаются до живота, повернуть тыльными поверхностями друг к другу. Поднять руки до груди в положение хэши. При хэши пальцы и запястья крепко прижать друг к другу. Локти приподняты и находятся на одном уровне. Ладони в тянькун, разжать руки, крутить шар, поворачивать ладони. Мужчина поворачивает левую руку к груди, женщина правую. Получается положение, при котором у мужчины левая рука наверху, а у женщины правая рука наверху. Потом вытягивать верхнюю руку наискосок в сторону, ладонью вниз, на высоту немного выше головы. При этом у мужчины правая рука, а у женщины левая, остается перед грудью. И обращена ладонью вверх. Когда вытягивается рука, корпус постепенно выпрямляется, голову толкать вверх, ногами давить вниз. С силой растянуться 2-3 секунды, потом резко расслабить тело. Руки хэши перед грудью, затем зажать шар в руках и повернуть ладони, причем у мужчины правая рука наверху, у женщины левая. Повторить выше изложенное движение. После этого руки в хэши. Золотая обезьяна разделяет тело. Руки из позы хэши растянуть в обе стороны на высоте плеч. Тело постепенно выпрямить, голову толкать вверх.
ногами давить вниз. Растянуть руки с силой в стороны примерно на 2-3 секунды. Резко расслабить тело. Руки в хэши перед грудью. Два дракона погружаются в море. Развести руки из положения хэши и опустить их вниз под углом к телу, примерно 30 градусов. Выпрямить тело, голову толкать вверх, ногами давить вниз. Силой растянуться на 2-3 секунды. Внезапно расслабиться. Руки хэши перед грудью. Бодхисаттва опирается руками на лотос. Развести руки из положения хэши и вытягивать их по бокам в стороны вниз. Выпрямить руки под углом к телу, примерно на 30 градусов. Голову толкать вверх, ногами давить вниз. Силой растянуться на 2-3 секунды. Резко расслабиться. Руки в хэши. Архат несет гору на спине. Развести руки из положения хэши и вытягивать их за спиной вниз. Одновременно ладони поворачивать назад. Когда руки доходят до задней стороны тела, выпрямить тело, голову толкать вверх, ногами давить вниз, силой растянуться на 2-3 секунды. Расслабиться. Руки в хэши. Ваджа отодвигает гору. Развести руки из положения хэши, одновременно вытянуть руки вперед, держать ладони вертикально, пальцы направлены вверх, на уровне плеч. Как только руки выпрямились, голову толкать вверх, ногами давить вниз. Силы растянуться на 2-3 секунды. Расслабить тело, руки в хэши. Декоу сяо фу. Плавно опустить руки вниз, поворачивать ладони к телу. Сложить руки перед животом. У мужчины левая рука ближе к животу, у женщины правая. Ладонь внешней руки обращена к тыльной стороне внутренней руки. Держать расстояние между ладонями и между ладонью и телом 3 сантиметра. Минуту спустя сложить руки дзинь. Метод стоячей своей фалунь. Растет мудрость и сила, облегчается душа и тело. И прекрасно и понятно, кажется, восход фалунь начинается. Сейчас учитель Ли учит нас гун. Подготовительная поза, дзиин, охват колеса перед головой. Плавно поднять руки в форме дзиин, развести руки из дзиин. Когда руки подняты перед головой, держать ладони к лицу на уровне бровей. Пальцы друг против друга, руки охватывают круг. Расслабить тело. Фалун Джуаньфа является вторым комплексом гунфа и принадлежит методу статической сваи, который состоит из четырех поз охвата колеса.
Телодвижения метода стоячей сваи фалун просты, причем каждый из них требуется выполнять долгое время. Начинающие чувствуют тяжесть и ломоту в руках, но после занятия чувствуют легкость во всем теле, а не усталость. Охват колеса перед животом. Плавно опустить руки перед животом. Положение рук не меняется. Держать расстояние между руками и животом не больше 10 сантиметров. Локти чуть вперед, чтобы освободить подмышки. Ладони вверх, пальцы друг против друга. Руки охватывают круг. Со временем практикующий почувствует, как фалунь вращается между руками. Постоянные занятия методу стоячей сваи фалун приведут к очистке всего тела, повышению силы гун. Данный метод принадлежит кунг-фа увеличения мудрости, повышения уровня совершенствования, усиления сверхъестественных способностей. Хотя кунг-фа прост, но закаленных им разных гун очень много. Охват колеса над головой. Плавно поднять руки, не меняя положения. Подняв руки над головой, пальцы направлены друг против друга, ладони обращены вниз. Руки охватывают круг. Расслабить плечи, локти, запястья. Метод стоячей сваи фалун выполняется непринужденно. При этом поза не изменяется, нельзя раскачиваться, еще хуже нарочно стремиться раскачать тело. Охват колеса по бокам головы. Плавно опустить руки вниз по бокам головы, ладони напротив ушей, предплечья и ладони в вертикальном положении. Расслабить плечи. Метод стоячей сваи фалун состоит из четырех поз охвата колеса, причем в каждой из них требуется стоять как можно дольше. Время выдержки каждой позы, чем дольше, тем лучше, в соответствии с индивидуальностью занимающегося. Сложить руки перед животом. Пронизывание двух полюсов. Пронизывание двух полюсов является третьим комплексом гунфа из фалунгун, который смешивает энергию Вселенной и энергию человеческого тела. Пропускная способность данного метода огромна. Он приводит практикующего за короткое время в состояние прозрачно чистого тела, удаляет все нечистое из тела и привлекает большое количество энергии из Вселенной. При выполнении гуантун лянзифа, когда выполняется чун прорывать, гуан вливать, можно открыть макушку, а также открыть нижние проходы тела человека в подошвах. Перед занятием вообразите, что вы являетесь двумя гигантскими пустыми трубами, стоящими между небом и землей. При вливании и прорывании энергия внутри тела движется вместе с руками вверх и вниз. При чун она выходит из головы вверх и доходит до вершины Вселенной. При куань идет вниз и доходит до самого низа Вселенной. Энергия движется вместе с руками, возвращаясь из двух полюсов в тело человека. Рука вверх и вниз считается за один раз.
упражнение выполняют 9 раз. После выполнения вливания-прорывания раздельно двигающимися руками выполнить движение вливания-прорывания обеими руками одновременно 9 раз. Опустить руки перед животом и вращать фалун 4 раза по часовой стрелке, чтобы вернуть энергию в тело практикующего. Очищаются собственные тела. Закон открывает вершину и низ. Сердце доброе, намерения решительные. Пронизываются земля и небо. Сейчас учитель Ли учит нас гун. Подготовительная поза, как прежде. Руки Хэши. Руки раздельно выполняют вверх чун и вниз гуань. Сначала мужчина вытягивает левую руку вверх, женщина правую. Руку плавно поднимает споку перед головой вверх, одновременно мужчина плавно опускает правую, а женщина левую руку вниз. Когда руки доходят до крайнего положения, поменять направление вливания-прорывания. При вливании-прорывании ладони обращены к телу. Удерживать расстояние до тела не более 10 сантиметров. Руки движутся вертикально. Рука вверх и вниз считается за один раз. Выполнять 9 раз. При вливании-прорывании все тело расслаблено. Руки одновременно вливают и прорывают. Когда руки 9 раз раздельно выполняют вливание-прорывание, у мужчины левая рука наверху, у женщины правая. Поднять другую руку вверх, то есть обе руки оказываются наверху. Затем обе руки опустить вниз, вливать. При вливании-прорывании обращать ладони к телу и держать на расстоянии от тела не более 10 сантиметров. Руки вверх и вниз считаются за один раз, выполнять 9 раз. Руки вращают фалун. Закончив вливание-прорывание, руки опустить вниз до уровня живота. Перед животом руками вращать фалун. У мужчин левая рука ближе к телу, у женщины правая. Держать расстояние между ладонями примерно 3 сантиметра. Столько же между ладонью и животом. Вращать фалун 4 раза по часовой стрелке, чтобы собрать энергию извне в тело практикующего. При вращении фалун ладони не выходят за пределы живота. Метод «Небесный круг фалун». Небесный круг фалун является четвертым комплексом гунфа. Занятие данным гунфа производит циркуляцию энергии человеческого тела на большой поверхности. Энергия идет не по одному или нескольким каналам, а идет целиком со стороны инь в сторону ян, непрерывно циркулируя туда и обратно. Данный гунфа намного превосходит обычные методы очищения каналов или большой небесный круг и малый небесный круг. Небесный круг фалун принадлежит гунфа среднего уровня из фалунгун. На основании предыдущих трех комплексов гунфа занятия данным комплексом могут быстро пробить каналы для обращения энергии во всем теле, в том числе и большой небесный круг. Сверху вниз, постепенно прочищая все тело. Самая важная особенность в небесный круг фалун
сводится к исправлению всех неправильных состояний путем вращения фалун, чтобы во всем теле циркуляция энергии шла свободно и беспрепятственно. Когда достигается такое состояние, совершенствование на стадии мирского закона уже получило довольно высокий уровень развития. Когда практикующий с врожденными наклонностями совершенствуется в великом законе, тогда гунли и сверхъестественные способности сильно возрастают, те движения должны выполняться плавно, медленно, округло, по механизму. Закон до великой пустоты вращается, душа чиста, как нефрит, к истоку жизни, к истине возвращается, покачиваясь, готовый на взлет. Сейчас учитель Ли учит нас гун. Подготовительная поза прежняя. Из положения хэши руки опускаются перед животом вниз. Поворачивать ладони к телу, держать расстояние между руками и телом примерно 10 см. Низа живота руки опускаются по внутренним сторонам ног. Держать ладони по внутренней поверхности ног. Одновременно сгибать корпус и ноги. Когда пальцы приближаются к земле, руки поворачиваются спереди тела, назад, по внешним сторонам ног. Чуть согнуть запястья, руки поднимать по задней стороне ног и корпуса, выпрямляясь. Руки поднимаются по спине до предела, слегка сжать пустые кулаки, вынуть их из-под мышек перед собой. Руки пересекаются перед грудью, причем какая рука сверху, какая снизу, для мужчины или женщины не имеет значения. Руки и плечи не соприкасаются. Разжать кулаки, ладони ведем по внешним сторонам рук к внутренним, от плеч опустить до запястья. Держать ладони друг против друга, руками не касаться тела. Зажать шар в руках, повернуть ладони. Это значит, что внешняя рука перешла внутрь, а внутренняя наружу. Руки передвигаются по внутренним сторонам до локтей и поднимаются. Руки заводим через голову и перекрещиваем. Пальцы вниз, развести руки параллельно и соединить энергию за спиной. Руки проводим через голову вперед и доводим их до груди. Таким образом выполняется один цикл небесного круга. Необходимо выполнить 9 таких циклов, сложить руки перед нижней частью живота в дзиин. Метод усиления чудотворства. Усиление чудотворства является 5-м комплексом гунфа. Он относится к методам статического совершенствования и состоит из вращения фалун при помощи мудрой Будды. Он служит для усиления сверхъестественных способностей, а также совершенствования гунэн и гунли. Метод усиления чудотворства выполняется в сидящей позе со скрещенными ногами, поза лотоса или с единично скрещенными ногами, поза полулотоса, но в конце концов нужно выполнять этот комплекс в позе лотоса. В такой позе возникает мощная энергия, а также мощное поле энергии вне тела. Тело движения выполняется по заложенному учителем механизму. При выполнении движений, идентификации сверхъестественных способностей, мысль отсутствует, подсознание чуть появляется в ладонях, чувствуется тепло, тяжесть онемения от микротока и так далее, но в мыслях не стоит гнаться за этими явлениями. Все должно идти естественным путем. Чем дольше находишься в этой позе со скрещенными ногами, тем лучше. Чем быстрее идет рост гун, каждый практикующий занимается исходя из своих способностей. Во время занятий статическим гун не нужно ни о чем размышлять.
исключить все мысли. Выходя из динамического состояния, необходимо постепенно погрузиться в созерцание. Однако главное сознание должно знать, что ты сейчас занимаешься гун. То мерцает, то исчезает мысль. Мудро идет по механизму, словно пустота, но не пустота. То идет, то останавливается, все свободно. Сейчас учитель учит нас гун. Подготовительная поза. Сидеть со скрещенными ногами. У мужчины левая нога находится внутри, правая снаружи. То есть сначала поднять левую ногу, затем правую. У женщины наоборот. Выпрямить корпус и шею. Подбородок чуть втянуть. Слегка закрыть глаза, на лице умиротворение. Руки в дзинь перед животом. Постепенно погружаться в созерцание. Мудро. Поднять руки и высвободить их из положения дзинь над головой, поворачивать ладони вверх. Разъединить руки и поворачивать их по обеим сторонам над головой. Опустить руки, чтобы они приближались друг к другу перед грудью. Ладони вверх, пальцы вперед, выпрямить запястья. Руки пересекаются перед грудью. У мужчины левая рука идет снаружи, правая внутри. У женщины правая рука идет снаружи, левая внутри. Повернуть запястье внешней руки во внешнюю сторону, чтобы ладонь была обращена вверх. Пальцы назад. После пересечения рук ладонь внутренней руки опускается вниз. Постепенно повернуть ладонь во внешнюю сторону над голенью. Затем верхняя рука идет по внутренней стороне вниз. Нижняя рука идет вверх, поворачивая ладонь во внутреннюю сторону. Повторить предыдущее движение, но при выполнении мудры руки меняют стороны движения. У мужчины выпрямить правое запястье, а у женщины левое запястье. Ладони обращены к телу. После пересечения рук перед грудью, ладонь поворачивается вниз над голенью. Поворачивая ладонь во внутреннюю сторону, у мужчины левая рука, а у женщины правая рука идет вверх. После пересечения ладонь поворачивается и выпрямляется. У мужчины в переднюю сторону перед левым плечом, у женщины перед правым плечом. Дойдя до места, ладонь поворачивается вверх. Пальцы направлены вперед. Затем все повторяется зеркально со сменой положения рук. При выполнении мудры движение рук непрерывно, без остановки. Интенсификация. Верхняя рука идет по внутренней стороне, нижняя рука идет по внешней стороне. У мужчины правая ладонь поворачивается, у женщины левая ладонь поворачивается. Ладонь обращена к груди. У мужчины поднимается левая рука, у женщины правая. Перед грудью локти и предплечья находятся на одном уровне. Развести руки в стороны, поворачивая ладони вниз. Опустить руки на уровень пояса. Держать запястья и локти на одном уровне. Расслабить локти. Данная поза усиливает сверхъестественные способности путем перемещения энергии тела в руки. При интенсификации в руках чувствуется тепло, тяжесть, онемение от микротока. Но в мыслях не стоит гнаться за этими явлениями. Все идет естественным путем. Время такой позы, чем дольше, тем лучше. Сколько выдержишь?
Затем у мужчины правая рука перемещается к животу, левая рука движется к подбородку. Правая ладонь обращена вверх перед животом, а левая ладонь вниз на уровне плеча. Обе ладони расположены друг против друга. Такая поза также усиливает сверхъестественные способности. Время занятий в такой позе, чем дольше, тем лучше. Потом руки меняются местами, то есть правая рука идет вниз и вперед по полукругу до живота. Нижняя рука поднимается вверх, поворачивая ладонь вниз под подбородком. Правая рука на уровне плеча, ладони друг против друга. Это положение также усиливает сверхъестественные способности. Время занятий в ней, чем дольше, тем лучше. Занятие статическим гун. После усиления сверхъестественных способностей верхняя рука идет вперед по полукругу до живота, руки в цзинь. Начинается практика статического гун с погружением в созерцание. Чем дольше продлится время данного занятия, тем лучше. При выполнении статического гун нужно избегать всяких мыслей, но необходимо помнить, что ты сам занимаешься гун. После занятий руки в хэши, выйти из созерцания. Последовательное выполнение 5 комплексов гунфа. Метод Будда растягивает 1000 рук. Руки в дзиин. Миле разгибает спину. Растягиваемся. Расслабляемся. Жулай окропляет макушку. Руки доходят до низа живота. Складываем в хэши. Как будто между ладонями шар. Вращаем. Рука указывает в космос. Растягиваемся. Расслабляемся, складываем в хэши. Как будто между руками шар. Рука указывает в космос. Растягиваемся. Расслабляемся, складываем в хэши. Золотая обезьяна разделяет тело на части. Растягиваемся. Расслабляемся. Складываем в хэши. Два дракона погружаются в море. Растягиваемся. Расслабляемся. Складываем в хэши. Бодхисаттва опирается о лотос. Растягиваемся. Расслабляемся. Складываем в положение хэши. Архат несет гору на спине. Растягиваемся. Расслабляемся, складываем в хэши. Ваджа отталкивает гору. Растягиваемся, расслабляемся. Руки складываем в хэши. Сложить руки перед нижней частью живота. Руки в дзинь. Метод стоячая свая фалун. Руки в дзинь. Охват колеса перед головой.
охват колеса перед животом. Охват колеса над головой. Охват колеса по бокам головы. Сложить руки перед нижней частью живота. Руки в дзин. Метод пронизывания двух полюсов. Руки в дзин. Мужчина начинает прорывание с поднятия левой руки, а женщина с поднятия правой руки. Руки в хэши. Прорывание-вливание. 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 Нижнюю руку поднять. Прорывание-вливание двумя руками. Вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание.
вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание. Вливание. Прорывание. Опустить руки, вращать фалун по часовой стрелке 4 раза. Руки в тень. Метод небесный круг фалун. Руки складываем в дзинь. Складываем в хэши. Руки плавно двигаются по заложенному механизму вниз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму вниз 2 раз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму вниз 3 раз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму вниз 4 раз. Руки плавно двигаются вниз по заложенному механизму 5 раз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму 6 раз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму 7 раз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму 8 раз. Руки плавно двигаются по заложенному механизму 9 раз. Складываем руки перед низом живота.
руки складываем положение дзинь. Метод усиления чудотворства. Начинаем закаливание гун. Дзинь. Входим в состояние самосовершенствования в статической позе. Смотрите, Вселенная движется. Все галактики во Вселенной движутся. Наши 9 планет вращаются вокруг Солнца, а Земля еще вращается вокруг своей оси. Подумайте, кто вложил силу в их движение, кто толкнул их? Никто. Они лишь представляют собой такой механизм вращения, такую форму существования. А наш валун тоже имеет такой механизм вращения. Поэтому он вращается автоматически. Наш гун имеет величайшее содержание, поскольку практикуется по требованиям свойств Вселенной. Джинь, шань, джинь. Истина, доброта, терпение. По принципу Вселенной. Фалун именно и является воплощением Вселенной. Экстраординарной характеристикой нашего гунфа является то, что циркуляция энергии идет не по каналу приготовления пилюли бессмертия, не изготавливаются пилюли бессмертия, а в нижней части живота вырабатывается фалун, который при помощи лишь самостоятельного закаливания формируется очень медленно. По словам учителей, фалун является результатом усилий многих поколений, а на курсах я сразу вкладываю вам в живот фалун, который вращается безотказно. Он сам может собирать энергию из Вселенной. Когда фалун вращается вовнутрь, то есть по часовой стрелке, он собирает и преобразует энергию Вселенной, снабжает энергией все тело. Он может вращаться также против часовой стрелки, выбрасывая отработанные при преобразовании тела вещества, которые за пределами тела сразу растворяются. Поле, излучаемое фалун, имеет огромные размеры и приносит много пользы окружающим. Поэтому буддисты говорят, что вращение вовнутрь спасает себя, а вращение наружу спасает людей. Фалун осуществляет всеобщее спасение и все живущее. Наш Плунгун разрешил вопрос продления времени для занятия гун, сократил процесс закаливания гун. В буддизме говорят, фалун вращается без остановки, то есть с момента установки мной фалун в тело ученика, он вечно будет вращаться в твоем животе, вращаться безотказно, значит наш гунфа будет вечно тебя закалять. Этим мы не ограничиваемся. Кроме фалун, я еще поставил много механизмов, крупные каналы и автоматический механизм не твоего тела. Основой целого комплекса таких вещей является фалун. Фалун движется, это значит, все они не останавливаются. Таким образом, закон закаляет человека, даже если ты не занимаешься гун.
закон тебя закаляет. Закон все время тебя закаляет, когда ты на работе, когда ты спишь, потому что фалун не останавливается, механизм работает. Закон все время тебя закаляет. Такой особенностью другие гунфа не обладают. Даже среди традиционных гунфа, наш гунфа тоже является особенным. Мы решили вопрос продления времени занятия гун среди людей, особенно среди работающих. Путем закон закаляет человека. Поскольку в нашем гунфа фалун вращается круглосуточно, то гун растет у нас очень быстро. Обычно гунфа гун закаляется медленно, критерий гун у них тоже невысокий. У них наблюдается медленный рост. Наш гунфа начинается с высокого уровня, ускоряя ход занятий. Отсюда критерий духовности у нас тоже высокий. Когда у людей не растет гун при долговременном закаливании, то существуют две причины. Во-первых, практикующие не обратили внимания на совершенствование своего синь-син. В нашей Вселенной существует такое основание, имеющее господствующую роль во Вселенной. Это свойство джэнь-шэнь-джэнь. Такое основание имеет богатейшее содержание. Внутри иероглифа могут обобщить его. Это джэнь-шэнь-джэнь. Самосовершенствующийся превосходит суетных людей. В первую очередь, ты должен быть добропорядочным человеком. Это значит, ты должен ассимилироваться со свойством Вселенной. Если ты не можешь соединиться с этим свойством, то тебе не удастся усовершенствоваться. Гарантирую, что ты не сможешь совершенствоваться. Учитель уже нам проповедовал великий закон, научил пяти комплексам гунфа. Сейчас все зависит от практикующих. Те, кто занимается только телодвижениями и не совершенствует свою духовность, еще не могут считаться учениками великого закона Фалун. Лишь те, кто совершенствуется по великому закону, одновременно совершенствует свой синь-син, предъявляют к себе высокие требования, могут считаться учениками Фалун-Дафа. Те практикующие, кто постигнет самую суть великого закона, уразумеют его всей душой, повышает свой синь-син, занимается практическим совершенствованием, испытывают страдания и страданий, терпят невыносимый инцидент, непременно добьются ортодоксального плода. Фалун вращается всегда. Закон Будды безграничен. Учитель гунфа Ли Хунжи.